об инициативе депутатов Тверской городской думы. Они передали детской областной клинической больнице подарки для маленьких пациентов в рамках акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости». Проект направлен на то, чтобы дети во время лечения могли отвлечься на что-нибудь приятное и выбрать любой понравившийся подарок из этого бокса. Акция «Коробка храбрости» проходит в Твери уже четвертый раз. Ее основная задача – поддержать ребят, которые находятся на лечении в медучреждениях. Маленькие пациенты во время процедур или некоторых манипуляций могут выбрать из «Коробки храбрости» понравившийся подарок, тем самым отвлечь свое внимание от действий медперсонала. На обычный банальный забор крови, хотя это сейчас является такой достаточно безболезненной процедурой, тем не менее дети боятся, особенно там маленькие дети и так далее, но при этом дают эту коробку и говорят, ну выбирай, что тебе нравится, что ты хочешь. И, конечно, вот здесь уже все, он заинтересовался, у него уже настроение другое, его не беспокоит этот совершенно палец, на котором там уже эта спиртовая салфетка. Участниками проекта стали городские парламентарии. В здании Думы в конце октября был установлен бокс, куда народные избранники могли положить игрушки, развивающие игры, наборы для творчества, книги и многое другое. На фракции было принято решение. Депутаты Тверской городской думы от «Единой России» уже не первый год принимают участие в этой акции. В прошлом году мы собирали игрушки и подарки для детей. Я думаю, что это будет им приятно и как-то смягчит пребывание в лечебном учреждении. Подарки будут рассортированы по возрастам и расформированы по процедурным кабинетам. Первый получатель подарка был определен в этот же день. Им стала пациентка Маша, которая пришла на процедуру. Она выбрала мозаику, которая помогает сосредоточить мысли и отвлечься. Напомним, что акция «Коробка храбрости» проводится партией «Единая Россия» с 2020 года. В текущем году она приурочена к Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября.